Француженка не успела сравнять счет в гейме, а Дементьева сравняла в сете. И все решится теперь в ближайшие несколько минут на тайбрейке. Все, ну не все, конечно. Длину выдержит, да? 1-0. 2-0. Россия. 2-0. Страшновато. Страшновато, да. Главное, что Дементьева не почувствовал. Как мы боимся. Ух ты, эйс, первый эйс. Как вовремя. Как умеет подавать Лена Дементьева. Ну, одно дело умеет подавать Дементьева, другое, что даже не двинулась этим мячом. И, видимо, подтверждает нашу версию о том, что очень устала сейчас Мэри Пирс. Ну и следующий розыгрыш тоже. Эту линию продолжим. Второй мяч. Эйс первая, да, а Мэри Пирс первая двойная. Да, прежний капитан французской сборной, который и сейчас, видимо, недалек и переживает, думаю, примерно так же, как он переживал, когда на месте Жоржа Гавена находился. Но он понимает многое, конечно, этой ситуации. 5-0 на тайбрейке, это примерно те же 40-0 в гейме. Вроде запас очень большой, но разбазаривать его не стоит. Да, и один переход, 5-1. Из трех, которые есть в запасе, да, у Лены отыграл. И Мэри Пирс. Хорошая подача. 6-1. Ну, 6-1 это 5 сетболов, и это уже побольше, чем 40. 1-6. Пирс подает. Вовремя расконцентрации такая. У Пирс наступила. Выигрывает Лена первый сет. И что очень приятно, первый сет, выигранный в Нью-Йорке, он показалось слишком легким был. Было ощущение, что никуда она не денется. И эту соперницу надо обыгрывать, конечно, в какой-то мере. Здесь сет был очень сложным. Две своих подачи отдала Дементьева. Может быть, даже лишнее, что 7-1 на тайбрейке, лучше бы 7-5 выиграл. Но все хорошо. Без того победа в первом сете есть у Лены Дементьевой. Конечно, ее состояние сейчас, да, думаю, в лучшую хорошо, сторону что... отличается от ее нью-йоркского и наоборот про Пирс. Да, потому что все-таки более уставший выглядит Пирс. Ну, поактивнее она, 12 собственных выигрышей, точнее не собственных, а чистых. У Лены тоже очень много выигрышей и вынужденных ошибок, они здесь не учтены. Но кроме того, не вынужденные ошибки...
Пирс, конечно, слишком их много. 16 против 9. И первая подача. 74% у Дементьевой. Это и в мужском теннисе довольно редко встречается. Да? Вот у тех, кто на подаче строит свою игру. Но Дементьева сегодня таким образом, в общем, один миф неприятный, одну злую сказку, может быть, пока развеивает на своей подаче. Хотя было 3 двойных и были проигранные геймы на своей подаче, но в целом по игре все смотрится очень здорово. S'il vous plaît, merci. Reprise. Немножечко задержалась Мэри Пирс на скамейке, видимо, обдумывая, не стоит ли применить тот же самый метод, который помог ей в Нью-Йорке. Ну, во-первых, понятно, что Дементьева готова была. И Жорж Гавен посоветовал, видимо, Мэри сосредоточиться на игре. Вторая партия. Лучшим был, кстати, драйв-волей в исполнении француженки. Отвечать можно было и ответила Лена.